Данная поликлиника участвует в масштабном проекте капитального ремонта по новому московскому стандарту. На сегодняшний день на объекте выполнены демонтажные работы на 90%, что в себя включает демонтаж водоотведения, водоснабжения и отопительных систем. Также с объекта вывезены более 1000 кубов мусора в результате демонтажа перегородок, окон, полов и прочего оборудования. В ближайшее время на объекте будут производиться работы по усилению конструктива зданий, а именно работы по усилению проемов в несущих стенах, а также усилению перекрытий в местах прохождения новых инженерных коммуникаций.